Одеські журналісти приєдналися до своїх колег з інших міст і також вийшли на мирний протест проти законопроєктів про діяльність медіа. Нечисельний мітинг відбувся біля будівлі облдержадміністрації. Журналісти вважають, що нормативно-правові акти, подані провладним нардепом Олександром Ткаченком і міністром культури Володимиром Бородянським, спрямовані проти свободи слова в Україні, а їхня мета аж ніяк не боротьба з так званими фейками. Здесь вопрос не только должен стоять о том, чтобы отозвать эти два законопроекта и похоронить их, и забыть как страшный сон, но и об отставке этих двух людей, которые позволили себе покуситься на конституционные права и свободы граждан. Насколько мы помним, в нашей Конституции установлено, цензура в Украине запрещена, а этими законами наводится и прямая, и косвенная, и так далее. Плюс к этому хочется сказать, что по большому счету власть этими законопроектами пытается плюнуть саму в себя, потому что СМИ – это зеркало, в которое отражается их действие. И если они попытаются это сделать, то я думаю, что журналисты, независимо от их политических взглядов, а здесь совершенно разные, стоят журналисты сейчас объединятся и сожрут эту власть намного быстрее, чем она сообразит. Свобода слова, свобода высказываний – это одна из немногих свобод, которую мы в Украине, которые мы в Украине достигли. И любые поползновения, наступления на эти свободы, они опасны прежде всего для страны. Крім того, представники Одеської журналістської спільноти занепокоєні інформацією щодо створення спеціального органу, який буде видавати ліцензії та дозволи на роботу. Люди в Украине сегодня читают СМИ, отдельных блогеров, отдельные сайты не потому, что у них есть какая-то лицензия или разрешение от государства, а потому что они многие годы работали редакционно над доверием читателей, которое очень легко потерять. И не лицензия его должна регулировать, а именно объективная журналистская работа. Поэтому я считаю, что в сегодняшних реалиях попытка регулировать деятельность СМИ является просто попыткой создания механизма контроля на фоне явных медийных провалов коммуникации нынешней власти. Розширене обговорення законопроєктів про діяльність ЗМІ за участю представників облдержадміністрації та облради анонсують у понеділок 24 лютого на канаті 83 о 15 годині.